красивый вид, это будет гостиная. Вот. С правой стороны это кухня. Вот хотелось бы это все совместить, чтобы было более такое светлое помещение. Продумать планировку и выбрать цвет стен. Времени на это у Ирины Корчагиной было более чем достаточно. Квартиру в жилом комплексе «Немчиновка Резиденс» женщина приобрела в 2016 году. Ключи получила в 2021. Самое сложное позади, впереди приятные хлопоты. Кошку в первую очередь, у нас животные, кошку, птицу, рыбку. Это самое первое, кто зайдет, конечно. Так, да, ну, осветим, батюшку пригласим, естественно, да, квартира должна быть освещена. Вот. Ну, а потом, конечно, родные, близкие, друзья. Торжественное вручение ключей от квартиры – долгожданный праздник для 26 собственников квартир в ЖК «Немчиновка Резиденс». Разрешение на строительство жилого комплекса было получено еще в 2012 году. Завершить работы должны были 3 года спустя. Но возникли сложности с финансированием и коммуникациями. Простите нас за, может быть, то, что мы... Так не сразу это смогли сделать, потому что действительно объективно были проблемы, но даже видно, что место такое, рядом не было ничего, никаких коммуникаций. Готовность первого корпуса 100%, третий планируется сдать во втором квартале этого года. Ключи от квартир там ждут еще 11 собственников. В прошлом году 124 дома проблемных были введены в эксплуатацию, 19,5 тысяч дольщиков получили свои ключи. Такой же план мы ставим себе на этот год и надеемся его выполнить. И на этом хорошие новости для жителей Немчиновки не заканчиваются. В 2021 году начнется проектирование школы, которая по государственной программе появится на территории. В Немчиновке будет располагаться на улице Московская общей мощностью 550 мест. Строительство школы запланировано до 2024 года. По распоряжению главы округа мы начинаем работы по проектированию данного объекта за счет муниципалитета. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».